Всем привет! Пришла вот такая вот посылка. Это доставил курьер-сервис. Сейчас ее вскроем, посмотрим, что пришло. Здесь такой ножичек острый. Вот ножичек острый, походный. Специально, чтобы куда-то ездить. Но его еще выше можно использовать как коробка, открыватель. Говоря, не знаю. Так, запакуют, конечно, что не открыть, да. Сказал мне Почта России. Это курьер-сервис. Почта России. Это другая организация. Ну, похоже. Вообще, прям закрыли так, что... Так, вот открыл половину. Сейчас придется немножко. Вот, открыл вторую половину. Так, что пришло, смотрим. Ну, пришел вот такой вот каталог. Не знаю. Там, я не знаю, это клен с ягодами. Короче, там какой-то наркоман нарисовал. Так, ну как обычно во всех посылках. Обычно китайский воздух приходит, а это пришел немецкий воздух. Ну, ладно, не будем им дышать. Пакетик. Пакетики всегда нужны. Пакетики, их не можно и мусор выкидывать, и в магазин ходить. Это как бы вообще клёво. Очень клёво. Так, дальше. О, это шейкер. Это, короче, шейкер. Ну, это делать эти всякие коктейли, всякую вот эту фигню перемешивать. Там, молотых кузнечиков, которые протеин. Ну, вот, дрейте, кто в качалку ходит, если в качалку вы ходите, вам шейкер, ну, должен быть обязательно для качков. Я просто хочу начать это, набирать мышечную массу. Поэтому шейкер. Так, это пластик. Дальше. Я не знаю, что это такое. Короче, ну, с прыскалкой. Ну, в общем, ладно, это поставим отдельно. Так. О, вот это эти витаминные напитки, как раз тоже есть для спорта. О, мои самые любимые. Это красная формула, это вот этот мастер, блин, я обожаю его. В холодильник настаиваешь, он со вкусом винограда, прям такая вкусняка, вообще просто. Но только когда на голодный желудок, то тебя тошнит очень сильно, а так если после еды, вообще. Вау, блин, еще смотрите, один, тоже красная формула 2, 5 штук. Целых 5! Охренеть! Зеленая формула. Вообще просто шикарно. А, это уже зеленая. А зеленая не та. Зеленая, кстати, тоже вкусная, но не та. 5 бутылей! Ну вообще, короче, карабас. Смотрите на вот это. 5 бутылочек моего любимого нямки. Вот. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось то, что, ну, пришло. Напишите, что вы об этом думаете. Пока-пока!